свыше 8,5 миллиардов. Такая сумма денег необходима, чтобы модернизировать первичное звено здравоохранения Ульяновской области до 2024 года. В регионе подготовили большой проект по реформированию поликлиник, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. В разработке программы принимали участие муниципалитет, а также сразу несколько министерств. Всего в нее включены более 80 медицинских объектов первичного звена, где проведут ремонт, а также закупят свыше 400 единиц оборудования. Нас ждет очень серьезное преобразование первичного медицинского звена. У нас есть одна цель, которая поставлена перед всеми, это увеличение продолжительности жизни до 77-3 лет, до 2024 года. И здесь все, что мы ставим для себя в главу угла, называется одним словом – доступность. Доступность медико-санитарной помощи. Работу над программой в регионе начали после профильного совещания, которое провел президент России Владимир Путин в августе прошлого года. По его поручению на модернизацию первичного звена в субъектах страны дополнительно выделено 550 миллиардов рублей. Сейчас региональный проект на согласование губернатора. До 1 июля 2020 года программу должны утвердить в российском Минздраве. Правда, совершенствовать работу первичного звена в Ульяновской области начали еще несколько лет назад в рамках нацпроекта здравоохранения. Так, недавно в поликлинике номер 3 в Ульяновске по-новому заработал офтальмологический кабинет. Из нового ремонта современное оборудование на 1 000 000 рублей. В частности, авторефрактометр для подбора очков и щелевая лампа для исследования патологии глазного дна. Для того, чтобы это оборудование стояло уже в современном кабинете, мы его отремонтировали. Ну, мы его отремонтировали за счет попечительского совета, который у нас тоже организован в поликлинике номер 3. Это единственная поликлиника, где есть попечительский совет. Вы видели, он светлый, чистый, красивый. И пациенты на самом деле вот тоже отмечают, что стало уютно очень, качественно. Комфорт и уют оценила 79-летняя Валентина Ивановна. Женщина переехала в Ульяновск 3 года назад. Тогда же обратилась к окулисту в поликлинику, чтобы дали направление на операцию. И вот пенсионерка пришла обследоваться медучреждение снова. Спустя 3 года, признается пациентка, кабинет преобразился до неузнаваемости. Тут совсем другой. Раньше был какой-то темный кабинет, и требовался ремонт, а сейчас совсем вот чистый, светлый кабинет. Ну, вообще отличный. Вот и оборудование, смотрю, новое, тогда его не было. А вот лабораторию поликлиники приобрели современную центрифугу для анализов. Все за те же деньги из нацпроекта. Следующий этап – закупка автоматического биохимического анализатора. В 2021 году уже вся поликлиника номер 3 заработает по-новому, то есть по принципу бережливого производства. С открытой регистратурой, современной входной группой и колл-центром. Сегодня за медучреждением закреплено свыше 44 000 жителей Заожского района. Рената Льулова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ.